поздороваешься? Нет, никак. Никак? Ну, поздоровайся. Я мама. Здравствуйте. Никак. Никак, ладно. Ребята, к нам сегодня приедет проектор! И мы будем смотреть фильмы, играть в Xbox, и папа даже может книжку читать на всю стену, да? Угу. Будешь с нами смотреть мультик сегодня на большом экране? Да. Отлично. Ну, еще один экран мне надо купить в магазине, конечно. Что красный? Надо купить этот экран золото, любила кого-то экран любила. Угу. Конечно. Кран ты любишь, эскалатор любишь, да, желтого цвета. Ну да, он любит, конечно. Он? Я люблю, скажи. Да, у машины есть, а у золотой, конечно. Желтые машины есть, так? Да. В общем, любимый цвет желтый, да? И красный, конечно. И красный, конечно, ну конечно. И синий, конечно, только синий рынок. Так, повесим мы проектор на эту стену, скорее всего, пока еще думаем, но кажется, это будет именно так. У нас по центру комнаты стоит кровать. О, игрушки. Так, здесь у нас будет, скорее всего, лежать этот проектор и вот туда светить. Но у нас нет экрана, так что сегодня, кажется, у нас будет синий экран. Так, здесь наш шкаф. Он выглядит как-то вот так. Угу. А это наш чулан, назовем это так. Ну, второй шкаф. И здесь очень много всего интересного. Да. Главное, что он вместительный. Даже Пегас вон лежит. Не люблю снимать на iPad, он слишком тяжелый. Короче, смотрю сейчас бразильский сериал. Называется он «Прожить жизнь». И там девушка стоит такая в комнате, красивая и замечательная. И сзади нее на стене висит картина. И я понимаю, что у нас точно такая же картина висит в комнате. «Поцелуй» Густава Климта. Как только я увидела, что у нас такая же картина, я выкладываю пост в Инстаграм. И знаете, вот что думаю? Бывает такое в жизни, когда, возможно, ты находишься в нужное время, в нужном месте. И тогда... скажем так, звезды сходятся, и тебе жизнь как будто дает какие-то подсказки. Иногда это может быть ну, что-то такое незначительное, а иногда вот прям вот, вот эта картина, и вот этот сериал я смотрю сейчас. И мне кажется, что это именно тот случай, когда все идет правильно, все идет так, как должно быть. Кстати, про картину нам сказали наши подписчики в Инстаграме. И это настолько приятно, если честно, потому что в живописи я вообще ничего не соображаю. И спасибо большое вам, дорогие наши зрители, за то, что вы нам пишете и, ну, расставляете, скажем так, все по местам. Потому что я не знала название этой картины. Видео! Та-дам! Показывай, давай показывай. Коробка вот эта, конечно. 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 Конечно, коробка. Вот это. Ну ладно, так. Давай, то есть таможенная пошлина со $150 составила 849 бат. 850 бат. Это наш волшебный чемоданчик. Не, нам отнимать не нужно, его просто надо включить тупо и все. Ага. Вот это потом. Конечно, не нужен. У нас компа-то нету. Мам. Давай сразу сюда подключай. Куда? И туда ставь. Наверх, как вчера говорили. Первая посылка Олега с Али. Личная. Сколько денег? Сколько денег проект? Они сделали так, что он стоит $50. Поэтому у меня была такая... А так было бы, ну, столько, короче, таможенный сбор. Это хорошо, что не скрывали. А если бы скрыли, посмотрели, сделали бы переоценку, выяснилось бы, что он стоит $250. Это еще, если за короче, таможенный сбор составил 635 бат. То есть умножь на 5. Мы бы еще стреляли на 100 баксов, короче. Так.
Спасибо ей. Я не просил указать специально. А теперь я открываем коробку. А я не на то-то. Это проектор. Коробочка пафосная или говно? Говно. Мы на днях смотрели какой-то фильм и заметили, пафосные коробочки это хорошо для техники. Пафосные? А, ну да. Ну, как у Apple нормальная коробка, а не вот это вот говнище. И это да. Небольшой, да? Небольшой. Отлично. А я думала, он будет белый. Конечно. Закрывать линзу, чтобы она не пылилась. А это тут. Давай тестировать. Конечно. Огонь вот это, мам. Огонь это? Понятно. Ну, конечно, огонь. Да, чё, как? А за я купаю куда? Я так хотел, так хотел. Так, это Брентек. Брентек, как он там читатель, знаете? Модель BL126 с андроидом. Уже. Это хорошо. Так, два USB выхода. Под антенну выход. Два HDMI. Наушники. И что такое? AV. И VGA. В комплекте идет... И еще огонь, да? VGA кабель. Для подключения к стационарному... Компьютеры и так далее, надо будет использовать. Так, тюльпаны разные. На 3 выхода и на 2 аудио-видео. Так, это я так понимаю. Вот АВ, да? Угу. Так, и можно подключать к обычному телеку. Угу. Круто. Так, пульт. Пульт такой же, как от... Что у нас было от этого, от приставки. О, да, кстати. В Москве МТС-овская, да? Да-да-да. Справа телевизор. На телевизор. Нифига. Так, ну что, надо поставить и тестить. А кто у нас даже эта полка есть под него? Опа, нам. Да ладно, 3? Нет, сломанная? Папа! Вот это подстава. Да, и что делать теперь? Покажи. Не, ну вот, вот это... Я купил себе аппарат. Есть такой же? Да, есть 3 выхода. Вот говно. Я теперь с телефоном. Ура! Блин, подарили ребята нам провода, да, проекта? Угу. Папа? А сколько он стоит? Я не хочу снимать машину, пожалуйста. Так, провод стоит 150 бат новый. Нафиг ничего не надо, да? Никакого экрана вообще. Отлично. Не надо, поменьше. Поменьше, как для картины. Только время надо. А картине место в гостиной. Хорошо тут смотреться будет. Еще и под велик подходит. Я пусть еще играю на сынке, конечно. Xbox просит. Играй на сынке, хочу. Я хочу сейчас играть на свинке, мам, конечно. Ну, конечно.
Да, надо эти два окна еще завесить, совсем будет идеально. Папа! Олег, как называется фильм? Сейчас надо показать. О, круто! Да, отлично. Я люблю тебя. И я люблю. Возьми билет. Ответственный момент, первые кадры. Джеки Чан. Сознание, а, вы собственное предать, что вы должны приехать на видео.